Космодром Байконур, 2 марта 1978 года. Эти кинокадры стали уже историей. Командир космического корабля Алексей Губарев и космонавт-исследователь, гражданин Чехословацкой Социалистической Республики Владимир Ремик. Первый международный экипаж. Открыт новый этап использования космического пространства в мирных целях в соответствии с программой «Интеркосмос». Весь мир с нетерпением ждал известий Центра управления полетом. На пресс-конференции для советских и иностранных журналистов академик Петров заявил, что космонавты Алексей Губарев и Владимир Ремик проведут научные эксперименты на борту станции «Салют-6», на которой запланированы и другие совместные исследования космоса всеми странами-участницами программы «Интеркосмос». В точно запланированное время произошла стыковка «Союза-28» с орбитальным курсом «Салют-6» «Союз-27». Космонавты Губарев и Ремик перешли в помещение станции «Салют-6». В приветствии товарищей Леонида Ильича Брежнева и Густава Гусака международному экипажу говорилось: «Интернациональное сотрудничество в космосе – это еще одно доказательство братских отношений между социалистическими странами, еще одно свидетельство силы социалистического интернационализма». Печать всех стран с восхищением отозвалась о мужестве и выдержке космонавтов, которые совместно с Юрием Романенко и Георгием Гречко провели уникальные исследования в интересах народного хозяйства. Программа полета выполнена успешно. Космонавты Алексей Губарев и Владимир Ремь на Земле. Положено начало непрерывного исследования космоса с околоземной орбиты.